И уже с завтрашнего дня в Приднестровье разрешена охота на перепела и диких голубей. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов опубликовало приказ о сроках и порядке охоты на полевую и водно-болотную дичь. Так, с 15 августа по 25 октября можно будет охотиться на перепела, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды. Охота на диких голубей будет проводиться с середины августа по конец ноября. На уток, куликов и пастушковых разрешенных видов сезон охоты продлится с 19 сентября по 31 января следующего года. На территории Приднестровья установлены единые дни охоты на все виды дичи ружейным способом, суббота и воскресенье, безружейным способом с использованием ловчих птиц, четверг и пятница.